Добрый день. Добрый день. Добрый. И у нас 21 марта 2017 года. Вот Игорь приехал, Барабаш, с Потеряевки. Игорь Тургушков тоже загрузка идет. Ты там скажи, чтобы Володя или кто посмотрел на два дома, какие провода надо покупать. Какой Володя? Ну, Володя Устинов. Володя, он там у нас занимается этим. Ну, ну пойти и сказать, как были, ну, примерно, какие провода-то надо купить. Помните, внутри проводить. Ты что сделал, если приехать? Ну, еще по дороге там осталось. А как так? Ну, по пути надо заезжать. Так, а что купили-то забрали? Да. Плиту забрали? Да. Ну, слава богу. Все, засовы там, замки, защелки, задвижки, все забрали. Слава богу. Так, это, задвижку надо для пищи было взять-то еще. О, и мне надо. Задвижки хотя бы две. Да потому что там открыто было, и там кто-то утащил. Ну, может, сейчас, если попадет на глаза. Да, это можно в другой раз. Че? Игорь приедет, другой сейчас, правда, все забито, видите. Вот, смотри, наши сухари куда поехали. Покажи мешок. Это мы приготовили на лето. Но сейчас просит этот, Никита-то. Так, расспросил о дом, увидите, у этого, скажите, у Володи, какие надо провода. По комнату, чтобы промерил, расстояние какое. Скажи, ничего делать не надо, только замерь. Где что, излишку какую-то возьми, чтобы хватило. На два дома? На два дома. На Никитин и на Володин. А то, что они внутри идут, это не годятся уже? Да не знаю, он пусть сам скажет. Угу. Ну, купим провода, лишние не будут. Там еще где-то проводить надо будет. Конечно. То во второй дом, который там, где ты остановился, там надо тоже будет. Второй дом обиходить. Конопатить, там электричество туда провести можно. А, маленький тут, да? Ну да, в ограде, который летний. Давай одиночку тогда. Так, ну что они, все, поехали, да? 6. Будем ехать, да. Так, от нас что-то надо, нет? Благословение. Ты ему скажи только, чтобы флешку освободил. Скажи, мне приходится каждый раз все перекачивать с нее. Ты с нее куда-то скажи, скачай. Она... Ну это Никита делал. Ну, как угодно сделать. Скажи, я же перекачиваю, а зачем перекачивать, когда я же не вижу, что там есть. Вы присылаете новое только, а это все сотрите, обязательно, не забудь сказать. Ну все, тогда я пошел. Ванок-то сколько? Пойдем, Володя. Мы не нужны здесь уже.